еще год назад партия Рионова это была основная движущая сила в стране. А сегодня ее нет. Господин Колесников ее поставил, повесил замок и ушел. Понимаете, вот так вот жизнь поворачивается. А, кстати, можете мне рассказать? Есть оппозиция. Подождите, вы как человек с Украины хорошо все знаете. Скажите мне, пожалуйста, а кто основатель партии регионов? Там было 5 партий, в том числе и Порошенко, я помню, 3. Да. 3 партии, Порошенко не может быть. Да, конечно. Как? Сам Петров? Скажите, пожалуйста, в момент работы воровской банды Януковича над грабежом Украины, какую должность занимал пан Петр? Ну, Петр Порошенко конструктивно всегда пытался... Да. Он конструктивно был кем? Да. Министром экономики. Министром чего? Все конструктивно. И вот скажите мне, пожалуйста, ведь вы же говорите, что Янукович разрушил экономику Украины, возглавлял которую министр экономики Порошенко. Сьогодні, після зустрічі з президентом, я прийняв це рішення, я прийняв пропозицію президента. Для мене принциповим критерієм для цього є бажання серйозно зрушити ситуацію з економічною політикою. Ну і він не возглавляв, Азаров був прем'єр-міністром. Ні, а міністром економіки був хто? Ну, Порошенко ми вже определились. Вже определилися. А він люстрирован? Чего он не мусорным бачком? Почему должен быть рестрирован? Действительно. А как может, честный человек? А вы мне скажите, пожалуйста, вы мне проясните, пожалуйста, вы, Россия у вас страна-агрессор? Безусловно. А что же тогда в безусловной стране-агрессоре ваш президент налоги платит и прибыль получает? Он не может продать предприятие. Ой, тю, а закрыть не может. Ну, это его заявление. Его заявление. А вы поверили? Я должен верить. Вы должны верить вашему президенту? Конечно. Понимаю. А вы любой глупости от вашего президента верите? Давайте не будем вот... Не будем. То есть вы хотите мне сказать, что страна-агрессор? Продает, налоги продает, платит ваш президент, считая страну агрессором. Он давал разъяснения по этому вопросу. И какой дурак поверит в такие разъяснения? А нашлись такие? Нашлись. А, понятно.